Выучила страницы священной книги наизусть. 12-летняя школьница из Магнитогорска победила во всероссийском конкурсе по чтению Корана. Прошло мероприятие в Татарстане, а сегодня слушала декламацию наша съемочная группа. Звучит отрывок из 27-го джуза Корана. Всего их 30. Девочке осталось выучить еще 15. Рассказывает, чтению с малых лет учил отец. Он знает всю священную книгу наизусть, а в ней более 600 страниц. Дополнительно Амина изучает основы Корана в школе при соборной мечети города. Когда будешь Коран читать, но наизусть это не сложно, но все равно я учу. Мне папа половину дал, я ее учила, потом сдавала, потом следующий. А вот во всероссийском конкурсе девочка приняла участие впервые и оказалась лучше в одной из номинаций. Состязания проходили в Татарстане. Самой маленькой участнице 6 лет, самой взрослой 47. И все на равных условиях. Победить – нелегкая задача. У нас таких сегодня уже за последние 20 с небольшим лет обучено уже 15 человек, которые знают Коран наизусть. Это в исламе считается очень почетным и очень знаковым, когда ребенок, воспитанный родителями, знает Коран наизусть. Для всего рода это большое счастье. В качестве награды за победу Амина получила сертификат на паломничество в Мекку. Валерия Скиданова, Артур Узенбаев, информационная служба медиагруппы «Знак».